Доброго времени всем. Добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Здравствуйте, моя такая большая уже дружная семья. Сегодня у нас долгожданный ролик о девочке Сандре, которую мы спасали всем миром. И только благодаря вам, вашей помощи, вашей настойчивости, вашей вере, верой и правдой в то, что у нас все получится, у Сандры все получилось и все сложилось. Я хочу поблагодарить каждого своего подписчика по WhatsApp. Девочки, вы писали сутки мне смс, просили Николая Николаевича принять нас, посмотреть Сандру, дать нам шанс. Все ваши смс я пересылала ему. Сутки я просто практически была на связи, и все наши переписки я автоматом перекидывала Николаю Николаевичу. И все-таки Николай Николаевич решил нас принять. Вот, дал нам шанс, за что ему большое-большое спасибо. И, конечно, мы с Сандрой экстренно поехали. Сандра, бедный ребенок, прожила, мне кажется, самое страшное в своей жизни, но она не потеряла веру в людей, она осталась такой же ласковой, доброй, активной. Но плюсом еще, буквально уже после операции, недели через две, мне написал Николай Николаевич, что делали плановое УЗИ, и Сандра у нас еще оказывается, беременная. Но все уже в прошлом, девочку стерилизовали, девочка находится на данный момент на стационаре. Пока еще, но при всем при этом Сандра уже сама кушает. Она даже кушает сухой корм. И девочка, чудо-ребенок, очень контактная со всеми, ласковая. Но это как обычно, как правило, наши собаки, они все такие. Но я хочу поблагодарить вас, большая моя дружная семья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вы есть. За то, что вы даете этот шанс нам спасти этих пушистых деток. Именно вы даете этот шанс, вы пишете комментарии, я их читаю, я говорю каждому искренне большое спасибо. Еще раз извиняюсь, что не могу ответить всем и каждому, потому что, ну, не хватает действительно времени, не хватает мне 24 часа в сутки, было бы хотя бы 48, может быть, и можно было бы побольше спасти, не сделать этот мир чище и добрее. Ну, на данный момент у нас, как всегда, хочу попросить вас о помощи для оплаты клиники. В клинике на данный момент у нас находится Гриша, Коржик, Сандра и Белка. Белке лежать еще достаточно очень долго-долго. У нее назначено 8 курсов химиотерапии. Пока мы прошли только 2. То есть одна химиотерапия получается раз в неделю. А потом уже под итог будет, скорее всего, операция. Удаление вот этого новообразования, этой венсаркомы. Но пока не хочу загадывать вперед. Сейчас самое главное, чтобы Белочка справилась со всеми химиотерапиями, чтобы все у нее было хорошо. Вот. Ну и, как всегда, я, моя такая большая дружная семья, обращаюсь к вам с просьбой помочь нам оплачивать клинику. И раз уж мы спасли этих пушистых деток, поэтому я очень прошу вас помочь нам оплачивать клинику. Мне еще предложил врач-реабилитолог поводить Гришу на бассейн и на беговую дорожку. 2 занятия в неделю, это будет 1200. Если кто-то хочет взять кураторство над Гришей, я буду бесконечно вам благодарна. Нам пройти хотя бы занятий 20. Ну, то есть 10 беговых дорожек и 10 плавательных занятий. Если кто-то захочет помочь Грише, пишите с пометкой «Гриша на реабилитацию». Кто-то хочет помочь Белке, пишем с пометкой «Белке». Если вы хотите помочь всем животным, находящимся в стационаре, значит, пишем «На лечение».
моя большая такая дружная семья. Только благодаря вам и вашей помощи мы спасаем. И читая ваши комментарии, я безумно благодарна вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Я читаю каждый комментарий, но, простите, не могу каждому ответить. Ну, реально не хватает просто времени. Сейчас у нас... уже четверо суток мы гоняемся за маленьким щенком, у которого сложнейший перелом лапы, но пока он дичок, и пока вот не получается у нас его отловить. Поэтому постоянно в движении, постоянно в какой-то помощи им, бедным, несчастным, обездоленным. Я очень прошу вас, как всегда, помочь нам. Каждой вашей 50-100 рублей пойдут на оплату лечения клиники и стационара наших пушистых деток, которых мы с вами уже спасли. Хочу сказать, что Сандра очень благодарная, благородная девочка. Приглядитесь, может, затронет чье-то сердечко. Вызвалась первая женщина с Испании, но пока, сами знаете, за границей вся закрыта и сложно очень с поставкой животных в эти страны. Туристические агентства все закрыты. Перелет будет, если брать это через авиакомпанию, это очень дорого. Может быть, в России кто-то найдется на Сандру. Будем очень вам признательны. Ну и еще раз хочу сказать большое вам спасибо за то, что с нами, за то, что помогаете, за то, что смотрите. От вас, как всегда, ждем комментарии, лайки. Это тоже большая помощь каналу. И просмотры. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Любим вас, ценим, уважаем. До новых встреч!